Открытый городской фотоконкурс «Созидай, не разрушай» проводится ежегодно отделом по образованию Брестского городского исполнительного комитета при поддержке Брестского областного краеведческого музея с целью поддержки творчества учащихся, создания условий для активизации их деятельности через фотоискусство. Работы принимались в двух категориях – 5 и 7 классы и 8 и 11 классы. Работ была представлена на конкурс 128 из 16 учреждений образования города Бреста. В экспозиции у нас размещены не все работы, но принимали участие, когда оценивало жюри, все работы учитывались, и некоторые работы, которые не вошли в экспозицию, они все были оценены членами жюри. Выставка работ конкурсантов помогает взглянуть на окружающий мир глазами детей, а также обратить внимание на хрупкую красоту природы. Ведь мальчишки и девчонки видят то, что нам, взрослым, заметить не под силу. Красоту закатного солнца, отражающегося в колосьях пшеницы, встрепенувшегося воробья, ощутившего первое дыхание весны, невесомую паутинку, окутавшую нежный цветок. Я очень люблю фотографировать, в особенности природу. У меня очень много фотографий растений, закатов, воды и всего такого. И я подумала, что почему бы не показать мои фотографии другим людям, возможно, они будут оценены. Я была очень рада, когда мои работы оценили, и я заняла место. Это непередаваемая, наверное, даже радость. Мне очень нравятся птицы, я этим увлекаюсь уже не первый год, и меня это мотивирует и очень сильно радует. Это первый твой конкурс? Да, это мой первый конкурс, и я очень рада, что я занял второе место. Победители фотоконкурса награждены дипломами и приятными подарками, а поздравили их заслуженными наградами творческие коллективы города. Скажи, что будет дальше, когда мы станем старше, с тобой, с тобой. Василина Вуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.